Всем привет, с вами мастерская Ишкагер. Так, тут я немного заработался, хотел показать, как я плету. Немного отодвинусь. Сейчас покажу хлыст. Вот он, хлыст. Плетение на 12. Воск. Вчера я говорил, вот воск закончился, пытался сделать маслом, чтобы полегче. Вот такой вот небольшой промежуток. Ну, маслом не надо делать, оказывается. Все-таки потом нашел воск. И вот такое вот. Вот отсюда, от начала, и оно вот пошло. Это плетение на 12. Пока такой неровненький. Потом его раскатаю. Выровняю его. Вот. Такой вот. Вот здесь вот 12. Здесь уже вот заканчивается. Тут пошло уже 8, и вот отсюда пойдет 6. Плетение на 6 вышел. 3 и 3 с этой стороны. Так, это я вот сделал за сегодня. Пока сегодня шел дождь днем, то шел, то не шел. Я вот это вот сидел в своей юнгере. Опять же в нем все сижу. Играет музыка вон там вдалеке. Дерево Игдрасиль. И вот такой вот этот сам стержень, который я говорил. Ну, думаю, завтра вечером закончу его. Хлыст на 4 метра. Все. Такой небольшой видеоотчет. Всем пока, всем спасибо. Хэштег мастерская Ишкагер. Пока.